Александр Филиппов с вами, как всегда, на проводе, на проводах. Хочу показать вам лайфхак. Вот это вот малый барабан, чехол 14 дюймов. Как вы думаете, что там? Ну, я таскаю всегда два малых барабана, чехол в смысле. В одном истинный малый барабан, во втором не истинный. Показываю. Не совсем, я, наверное, как смысла. Гарнитура у тебя всегда. Здесь целый, прям вообще. Бутылка воды, ноты. Там внутри палочки запасные, запасные наушники. И помещается идеально уже в готовом виде педалька. То есть вот мы ее складываем в основание. Наушник, вода. Сверху кладем вот такую штуку. Знаете, господа, можете использовать, если мучаетесь с кейсами, просто обычный чехол для малого барабана 14 дюймов. Все вообще идеально. Вот, ручку берем, и она у нас, соответственно, там, эта педалька стоит. Стоит не только хуй, но и педаль. Отличного вам рока.